Так, ребята, я понимаю, что, быть может, немного зачастил с развивающим контентом, и что вы не привыкли воспринимать видео со смысловой нагрузкой. Но перед тем, как вы организуете очередной бунт, поймите одну вещь. My life, my rules. My channel, my videos. Так что потише там, ведь сейчас будут твориться чудеса. Итак, специально для вас я приехал в Санкт-Петербург, чтобы осуществить фотосет для этого видео. Сперва я вам покажу эффектный композиционный прием, а в этом мне поможет мой друг Игорь Линк. Всем привет, с вами Игорь Линк, и это новый выпуск репортажей со дна. Да, сложно скрывать, это фото прекрасно, но ему явно чего-то не хватает, какого-то особенного элемента. Ладно, не буду лукавить, я вдохновился этим изображением. Я считаю, что этот парень реально гений, и сейчас я вам покажу, как он смог реализовать данный фотошедевр. Сначала нам нужно вырезать женщину, ведь женщины — это самое прекрасное, что есть в нашем мире. Поэтому я сфоткаю типичную питерскую мадемуазель. Блять, тебе въебать что ли? Встань нормально. Кажется, подходит идеально. Вырезать мы ее будем с помощью такого решения, как Pen Tool. Этот инструмент позволяет делать изящные кривые и в итоге создает путь. Я чуть-чуть ускорюсь, и вот если в каком-то моменте я нажал не точно, это всегда можно исправить после. А само выделение делается с помощью опции Make Selection, где есть возможность добавить растушевку, чтобы выделенный объект стал более мягким по краям. Конечно, бывают и такие неприятные моменты, когда волосы персонажа пытаются выпрыгнуть из головы и являются очень сложной мишенью для выделения. В таких ситуациях по-хорошему нужно перейти в графу цветовых каналов, найти наиболее контрастный вариант и уже по нему осуществлять манипуляции с выделением. Но настоящие творцы не пекутся по таким мелочам и тупо забивают болт. Теперь остается самое главное – правильно оформить нашу композицию. Масштабируем объекты, кадрируем изображение, после чего выделяем руки достопочтенного Игоря и перемещаем их на слой повыше. Обрабатываем погрешности выделения вручную и приступаем к добавлению естественности. Здесь очевидно не хватает теней, а для этого есть специальный инструмент, он называется Burn Tool. Работает он довольно просто. Если вы выберете Shadows, то он будет затемнять темные части изображения. Если Highlights, то засвеченные. Ну а Midtones для всего, что посередине. Значит, создаем искусственное затемнение и, кажется, готово. Ну, как оно? Воу, not bad. Но я, если честно, ожидал другого. Ладно, Игорь, так уж и быть, давай сделаем это. Виртуальная пластика лица – задача не из легких, но иногда без этого просто не обойтись. Обрезаем донора, искажаем перспективу и подгоняем по цвету. Ну, а что теперь скажешь? Вот так, собственно, оно и делается. Если вы захотите шикануть красивой дамой, но не имеете для этого необходимых ресурсов в реальной жизни, это всегда можно легко исправить с помощью фотошопа. Идем дальше. Увидимся на дне ровно через неделю. А сейчас я вам покажу действительно секретную фишку в фотошопе, о которой почти никто не знает. Понимаю, что вы настроены довольно скептически в свете того, что в прошлые разы, когда я так говорил, я вас вероломно обманывал. Но что, если я вам скажу, что две самые важные вещи на свете, нет, не шашлыки и пиво, а футбол и танки, объединились и стали единым целым. В лучшей игре мира World of Tanks появился футбольный режим под покровительством легендарного голкипера Джан-Луиджи Буффона. Это отличный шанс проявить уважение к чемпионату мира, погоняв на модифицированных танках в футбольных чемпионатах 3 на 3. Играй с друзьями и собирай карточки, побеждая в жестких матчах. Скорее пробудите своего внутреннего Буффона и заполучите его в качестве командира танка. Перейдя по ссылке в описании, вы получите приятные бонусы, так что не задерживайтесь, или я буду драться. Ну и что теперь с этим поделать? Давайте так, сейчас вы точно увидите ошеломляющие вещи. Как я говорил в предыдущем видео, главное предназначение фотошопа — это искажение реальности и визуальный обман, который существует для того, чтобы тешить свое самолюбие. Давайте конкретно про лишний вес. Вы наверняка видели вот эту всякую рекламу похудения, мол, я скинула 100 кг за пару дней, посидев на диете из глины. Вот любят люди и маркетологи пошиковать быстрым похудением. А вот я вам сейчас покажу по-настоящему действенный метод. Специально для этого я запостил историю в Инстаграме. Привет, ребята, я тут в России, в Питере.
которой я попросил неравнодушных людей связаться со мной и притащить свои сраки в центр Питера. Ну, я, в принципе, и так пользуюсь женским вниманием, но после похудания... Боюсь представить, что будет. Девчонки, только не сильно заебуйте. Наша первая модель — это Лёха. Как обычно, кадрируем изображение и переходим в самый главный фильтр фотошопа — Liquify. Здесь и будет проделана основная работа. Увеличиваем кисть и осуществляем первичное похудение. После чего, наоборот, уменьшаем кисть для того, чтобы продолжить более точными мазками. На этой стадии нужно придать основную форму нового тела, поэтому она занимает довольно много времени. Уже выглядит неплохо, но это не то, что нам нужно, ведь нам нужно экстремальное похудение, поэтому берем маленькую кисть и выполняем точные хирургические движения. Также не забываем и про лицо, ведь мы хотим, чтобы это выглядело правдоподобно. Казалось бы, все идеально, но нужно сделать еще пару финальных штрихов. Видите, фон слегка исказился. Вообще, это можно было предотвратить, но раз уж так получилось, я знаю действенный способ решения данной проблемы. Старый добрый патч-тул. Достаточно выделить искаженную текстуру и наложить на нее здоровую. Данный выкрутас проделываем до тех пор, пока изображение не станет безупречным. После финальной цветокоррекции я готов заявить, что это успех. Теперь он выглядит как жертва концлагерей. По такому любая макрощелка будет течь. Давайте сравним до и после. Ху-ху, результат налицо. Если привести такого ловеласа на девичник, то его разорвут на куски. Переходим к следующей модели. Тёлки, это мое второе имя. Алёша и так пылает страстью, думаю, это нужно сразу подчеркнуть. Красная роза во рту дает нам понять, что сейчас будет жарко. Теперь можно и перейти в Liquify. В этот раз мы воспользуемся инструментом всасывания. Он засасывает все пиксели в области кисти к ее центру, что делает его весьма пригодным для экстремального похудения. В этот раз не будем переусердствовать и вместо дистрофии добавим мышц. Братан, извини, я одолжу у тебя их ненадолго. Делаем присуху полупрозрачной, чтобы ее было легче трансплантировать. И, используя Transform Warp, реалистично располагаем мышечную массу. А после обрезания, цветокоррекции и финального расположения, можно добавить заключительных деталей. Я предлагаю подчеркнуть огонь любви в его глазах, причем буквально. Создаем путь на зрачках, делаем из него выделение и копируем на новый слой. После этого закрашиваем их пламенным цветом и выбираем параметр наложения Overlay. После чего можно взять любую текстуру огня и вставить ее, поменяв параметр наложения на скрин. Вроде бы уже можно закрывать видео, слать всех нахуй и получить свои 100 тысяч лайков, но я еще не закончил. Ищем неразбитое сердце в интернете и вставляем его в глаза тоже с параметром overlay. Можно еще таким же образом сделать эффект светящихся глаз. И после финальной цветокоррекции он выглядит так. Так, девочки, давайте скорее вытирайте свой сквирт с мониторов, потому что мы переходим к последней модели. Чувак, только не надо оставлять на меня ссылок. У меня и так каждое утро начинается с того, что я захожу в директ, а там девки опять отправляют свои вагины. Да-да-да, и это еще не обработанное фото. Я не думаю, что существуют более привлекательные люди, поэтому нам нужно сменить категорию и конкурировать не в сфере влияния людей, а в сфере влияния вымышленных персонажей. Вырезаем целиком все тело и доводим выделение до идеала. Я предпочитаю еще использовать Puppet Warp и нарастить мышечную массу. Че это? Ах ты! Опять реклама моего инстаграма, я дико извиняюсь, походу вирус подхватило. Ребят, кто знает, как вылечить, пишите, уже месяц такая хрень по компьютеру летает. Ладно, здесь можно еще добавить внушительный пресс. Теперь я нажимаю Ctrl плюс левый клик мыши на слой, чтобы появилось выделение тела, и создав пустой слой сверху, я его закрашиваю и ставлю оверлей. Вау, ну это прям не по-человечески привлекательно. А если вот так, то у меня вообще нет слов. Кстати, если вы хотите, чтобы ваш объект по центру бросался в глаза, то можно применить виньетку. Это затемнение по краям изображения. Но это все не так важно, как любовь. Поэтому мы интегрируем немного любви. И на этом я уже буду закругляться. Так, я не могу удержаться, поэтому вот наши герои. Лёха, Ваня и Алёша. Ссылки на их инстаграмы будут в описании. Только будьте приличными, ладно?
Ну а новый пак PNG-картинок тоже находится в описании. Думаю, вы и без меня знаете, что нужно с этим делать. Еще хотелось бы поблагодарить Эвелину за прекрасную съемку и Игоря Линка за восхитительные репортажи со дна. Переходите на их каналы и знакомьтесь с материалами. А я пойду отдыхать в клуб «Центральная станция». Буду куролесить с оператором Женечкой. Спасибо большое и надеюсь, до встречи!